Добрый вечер. Так, я с работы пришла, купила виноград, точно такой же, как вчера в универсаме покупали. Называется черный, но мне кажется, он по сорту как Изабелла. Я сильно не разбираюсь в этом. Так, поставим вас в темный угол. Не знаю, куда вас поставить. Хочу помыть. С него прям сок бежит. Выбрала более-менее нормальный. Где-то, ну, даже килограмма не вышло. 570 с чем-то грамм. Хочу помыть и кушать. И в нем, главное, знаете, косточек сильно не ощущается. 119 рублей килограмм – это, ну, практически даром. Он настолько сочный. Он практически весь раздавленный. Ну, я не знаю, чем он раздавленный. Может, коробками, может, я не знаю, чем. Но с него сок прям бежал. Ну, это на витрине. Я вот выбрала как бы еще нормально. Офигенски. Вот такой вот классный. Мякоть такая красная у него. Ну, мне кажется, я забыла, я не знаю. Я же говорю, у меня же слюни. У нас сегодня весь день дождь, снег, блин, какой только погоды не было. Опа, на. Так, майонез. Вот такой большой взяла. Что-то все берут, и я взяла. 95 рублей. Объем 800, ну там где-то 750 получается. Это мне охранница пометила, то, что я оплатила. Ну ладно, пусть вроде, ну, у него и срок годности нормальный. Такой. А нет, даже темный, что-то подумала, как красный. Мне кажется, мне показалось, что внутри красный попадался. Но он вкусный, сладкий. Так, цикорий. Многие купили и нравится вкус. Так, я сейчас такую закрытую сюда поставлю. Что-то вроде сегодня на кассе не сидела. Какая-то беготня, беготня, суета. То одно, то другое. Срок годности смотрели, там дали список продуктов. Половина на витрине нету. Сегодня кассиров достаточно было, поэтому... Ой. Мы как бы как раз на смене два старших кассира, я и Индира. И поэтому что-то настались. Пришла женщина трудоустраиваться. Это как, господи, наконец-то! Считали, чтобы ей график был такой, как она сказала, чтобы не лишили детских пособий. Вот я и говорю, многие не идут на работу, сидят на детских пособиях, реально. Вот к бабке не ходи. Она откровенно так и сказала. Я говорю, ну вам такой надо график редкий, чтобы по сумме меньше получать. Ну и зарплаты, доход. Короче, вот такие дела. Еще купила мини-дыню. Арбузы уже перестали возить.
вот такую дыньку, как там называется, медовая роса, прям маленькая. Она вытянула на 686 грамм. На 47 рублей. Не знаю, сейчас помою и так, на десерт. Дыни тоже только торпеды сейчас привозят. Ну, большие всякие разные. А арбузы все. Не привозят. Вот еще где-нибудь в магазинчиках на улице как торгуют. Вот у них еще можно купить. Обалденный виноград. Не, вот это вот темная мякоть, как синяя. А на витрине еще была как красная. Шикарный, шикарный виноград. И вот косточки я вообще не ощущаю. Без косточек, что ли? Мне интересно прям маленькую сейчас помыть, разрезать. Не хочу ничего тяжелого. И так на 2 дня этих булок наелись. Пиццы, да, этих плюшек. Сейчас я, кстати, порежу. Сейчас я ее помою. Дома тепло, хорошо. Я что-то на работе, ну, жилетка, еще куртку, ну, как рабочий, тоже красная у нас. Куртка, как на синтепоне. Вроде сниму, ну, вроде как тепло. Потом опять что-то как-то продрогло, мне кажется, приболело. Сейчас еще многие же болеют, чихают, кашляют. Начинается вот эта вот такая вирусная, короче, пора. В новостях читаю. Новый вирус вместо коронавируса, какой-то новый ХЕС, что ли, что-то такое. Ну, господи, боже, как нас заставляли эти прививки ставить. Я не ставила, ну, кто, девчонки, кто как отмазался. Так, что хочу, я хочу ножик. Я не ставила, но в итоге я заболела. Ну, с одной стороны, хорошо, что я вообще не ставила ее. Последствия потом начинаешь читать, там вообще здравствуй, ужас. Ну, режется легко. Что-то я прям аромата не чую. Ну, такое что-то себе, какая-то хиленькая. Ну-ка, сейчас я мякоть все уберу. Нету какой-то сочности в ней. Мне кажется, выдумывают эти все болезни специально. Сколько можно людей травить? Сами, наверное, специально какую-нибудь заразу пускают в воздухе.
Вот тут, мне кажется, уже, знаете, как суховато, да, вот с краю. Трава травой. Медовая роса в каком месте? Я даже не поняла. Мне показалось, ну, какая-то безвкусная, как травяная. Какая-то фигня. Что-то тарелку подготовила чисто. Пашка на сутках утеплился. Ну, хотя мне в комнате тепло. Ну, где они дежурят. Я вчера подумала, что у нас в пятницу будет аванс. Обычно предпоследний день месяца. Но вот если 31 день, то 30-го приходит. А девчонки расписание скинули, нету понедельник. Мне даже сегодня, в принципе, ни к чему. Вчера многие по приколу написали: «Лена, убирай борщ, Слава едет». Блин, как вспомню вообще. Я даже борщ вчера варила, ну, не в том, как мне котелок. Ну, поняли, не в том казане. Думаю, опять что-нибудь соскользнет. Это он решил подогреть борщ. Хотя со Славкой ели, пили, да? Ну, не борщ. Славка уже уехал, он даже его проводил. Типа пиво вдогонку купил. И решил борщ подогреть. И все, и полетело с рук. Соскользнуло. Вот прикол, сам пьяный еще убирался. Не могу оторваться. Вчера рекламировали товары. Гель для бровей. Я вот сегодня утром гелем для бровей. Ну, как сказать, хотя у меня брови редкие уже. Я в свое время повыщипывала. Потом в какой-то момент они перестали расти. Не, ну я густые сильно и не хочу. Вот у меня у Анки густые. Ну, правда, они хорошо держат форму. И крем для тела или для рук. Ну, такой нежный, мягкий настолько. Сейчас вам покажу. Thank you.
девчонки, я вам плохого не посоветую. Если я говорю плохое, значит плохое. Ой. Вот этот вот крем, он для рук и для тела. Такой прям нежнейший, как, знаете, как мусс. И пахнет тоже вкусно, аромат. Обалдеть. Еще он на крышке сколько? А сколько тут миллилитров? 200. Крема вот зимой лишними не бывает для тела, для рук. Это вот я на работе, допустим, унесу бутылек и без конца мажу. Так, и гель для бровей хочу показать. Так, по-моему, я его сюда положила. Здесь. Я как бы думала, что, ну, бесполезная вещь это. А так вот попробовала, и ничего, нормально. Наньки вчера рекламировала. На мама, что это? Она мне как бы не красится. Я говорю, ну вот, смотри, ну как закрепилась у нее. Я, ну, еще видео сняла. Там должны увидеть, ну, как пол лица Анюткины. У меня-то на что, как сказать, редкие. И то вот они держат форму, все. То обычно конец дня у меня там тоже как бы бровь опущена. Ну, в смысле, непонятно что. Вот такой вот флакончик. Кисточка тоненькая такая. Он хорошо прочесывает. Немножко подождать, и он как застынет. Так, видно? Сейчас поставлю. Мне кажется, мне его надолго хватит. Вот такая вот. Она как с металлическим вот закручиваешься. Так, ну, как на пластиковой основе. Не знаю, резкость есть. Короче, вот так вот. Классно фиксирует. Расчесал. Ну, перед тем, как красить. Я перед тем, как красить. Потом я уже как бы карандашом растушевываю. В моей косметичке пригодится. Еще сегодня хочу попробовать вот такую губку. Это тоже вот из этой фирмы Semele. В основном вот, вот такую все шлют. У меня уже и умывалка, и чего только нету. На вид вообще вот как какая-то как пластмассовая жесткая губка. Вот такая. Воду ее опускаете, она намокает и сразу такая мягкая становится. Ну вот, короче, я читала, как ей пользоваться. Можно и без, даже без средства для умывания, ну, чем вы привыкли пользоваться, да, косметику стирать. Ей раз-раз-раз стер. Можно с пенкой или с гелем также мочите и как бы лицо. Ну, то есть, короче, типа классно очищает лицо, вот. Я как бы раз там, допустим, средство, и вот рукой намулевываю. Ну, типа, это удобно. Ну, посмотрим. Так что всякие новиночки узнаю, присылают на обзор и для себя вот подчеркиваю. Такие вот дела. Ладно, мои хорошие, я буду на этом заканчивать. Фу, еще 3 дня мне работать. Все, мои хорошие. Все, всем пока. Спасибо, что со мной. Поддержите меня лайком. Комментарии пишите. Кто чем пользовался.
Все, всем пока, до завтра. Пока-пока, мои хорошие. Пока.